держишь большим пальцем. Вот. И пошел. Ну. Мальчишки устраиваются в очередь попрактиковаться в сборке-разборке автомата. Многие подходят не по одному разу и даже пытаются соревноваться на время. В армии пригодится. За ними приглядывают и помогают советами участники военно-патриотического клуба из Игролеса. Не так давно они сами были на месте этих мальчишек. Было весело, когда учился разбирать. И получалось, и не получалось. Учился, научился. Теперь доволен результатом. Продолжаю дальше учиться чего-то новому. Полевой выход патриотов спецназа сегодня случился в селе Улыбино. Они – часть фестивальной программы праздника. Армейской кашей подкрепляют силы всех желающих, демонстрируют военную экипировку, а заодно поднимают престиж профессии защитника Родины. Здоровый образ жизни, желание служить в армии, поднимать боевой дух. Все, чему научились ребята, сегодня показывают на центральной площадке. Самым младшим по 10 лет. Но все они – одна команда, смелая и решительная. А началась фестивальная программа с мастер-классов. Один из них по современной хореографии. Девчонки и даже мальчишки теперь показывают, что успели выучить за короткое время. Хотелось бы лучше, но за 2 часа это вообще нереально было сделать. Вот. Удивили мальчики, конечно же. Я вообще не ожидала, что они будут, что они решатся. Ну ничего, все получилось. Умение двигаться в современных ритмах демонстрируют и местные девчата. Специально подготовили танец к празднику. Старшие ребята уже сыграли в волейбол, победили вновь улыбинцы. Сегодня много награждений. Самую активную, инициативную молодежь поощряют грамотами и подарками. Они уже успели заявить о себе и в районе, и в области. Мы награждаем, отмечаем лучших. Мы даем им возможность попробовать что-то новое на мастер-классах. Мы им устраиваем тот праздник, который они заслужили. Улыбинцы вообще заслужили этот праздник больше, чем кто-то другой. Очень сильно ребята ждали фестиваль красок. Нам нравится быть разноцветными. Сегодня было очень много разных выступлений, как бы раньше такого не было, такого масштабного, а сейчас очень весело и мне нравится. Мы так долго фестиваля ждали, и вообще, в принципе, в волонтерском форуме участвую, и мы с вами выдвигали там идеи. Вот, мы усердно готовились к нему, и, в принципе, мне поучаствовать тоже как бы здесь приятно, и я горжусь своим Улыбино, что у нас тут так весело и... Задорно. Молодежный вечер продолжит конкурсная программа и уже ставшее традиционным огненное шоу.